С возвращением, великий палач. Сообщи жрецу. Мы нашли его в долине. Он был сильно ранен. И взгляните, что на нем надето. Кишки. Огромные кишки. Убить их. Надо убить их всех. У него остались силы. Несмотря на все его раны. Отправьте его на арену. Пусть его судят, как других.
Я предлагаю принять знак примирения, могучий воин. Тебе пришлось потерять. Но ты ведь можешь вернуться. Прекрати свой поход. Ты не спасешь их. Они сами просили меня, и я уважаю их волю. Оставишь лицу жизнь, и тогда я верну тебе все, что демоны отняли у тебя много лет назад. Тебе надо лишь вернуться, и обретешь утраченное. Вся боль в твоем сердце растает.
жаль людей. Клянусь, им выпала трудная роль. Но мне надо спасти свой мир. Без их душ угаснет могущество ада. Иссякнет аргент энергия. Я не могу допустить подобного. Ты не помешаешь процветанию Урдока. Так было прежде, так будет всегда. И не тебе вставать на пути нашего процветания.
будет поглощена, и река вечной энергии не иссякнет. Лишь один народ выживет. Лишь мой народ. Терзай! Пожалуй, ты можешь пригодиться нам на войне, незнакомец. Эти демоны... Они повсюду. Убить их всех! Привяжите его и приведите к нам. Я хочу узнать подробнее о тех, про кого он говорит. Да, ваша милость. Имей в виду, если здесь прольется священная кровь стража, ты сразу лишишься всякой защиты.
Это ничего не изменит. Земля будет поглощена, что бы ни случилось. Глупец. Портал готов. Надо срочно уходить.